«Найди сурикатов» – это крайне популярная серия, которая находится в разряде «Искалок». Она интересна тем, что здесь 10 сурикатов и их два друга попадают в машине времени в самые разные временные исторические эпохи. Книжка достаточно толстая для «Искалки» – 48 страниц. Здесь есть и переход через Альпы, и Египет древний, и битва при Ватерлоу, и России сюжеты разные. Интересно тем, что когда ребенок начинает искать сурикатов, а психологам ведь известно, что лучше всего запоминается то, с чем ты работаешь. И когда ребенок начинает искать потерявшихся здесь сурикатов, он волей-неволей обращает внимание на подробности и узнает про быт, реалии того или иного времени.